Добрый вечер, уважаемые жители 2019 года. 2 января у нас сегодня на дворе. На улице минус 1 градус. Приехали посмотреть парк Галицкого, как он выглядит зимой. Летом я был, показывал его. И вот решили посмотреть, как его украсили на Новый год. Народу, ну как вы видите сами, время 10 часов вечера. Народу практически нет. Но зато деревья в гирляндах. Даже обмотать дерево, это сколько надо времени. Это дерево обмотано не одно. Сейчас пройдемся, посмотрим. Летом показывал, парк еще у нас доделывался. Также он доделывается и до сих пор. Территория парка увеличивается. Но либо летом здесь весело, звонко и много детей и людей, либо зимой. Ну, даже то, что 2 января, очень многие люди дома находятся. Отходят от встречи Нового года. Пройдемся по аллее, поднимемся наверх. Посмотрим, что там есть. Люди все равно гуляют, дети наряженные снежинку. Сам стадион тоже украшен. Вокруг по периметру в гирляндах. Снега у нас нет. Завтра поедем в Лагонаки, в снег скатаемся. Заодно еще и сниму, как там в Лагонаках в 2019 году. Покатаемся на санках. Кинотеатр пустой. Деревья посадили в кинотеатре. Или я их не запомнил. Стволы деревьев тоже украсили. Но даже зимой прогуляться и то приятно. Все-таки парк красивый сделал Галицкий. Но я думаю, каток так, наверное, и не заморозили, потому что температура на улице у нас днем плюсовая. Это вот водный аттракцион, на котором дети летом обливаются. Но сейчас только столбы стоят. Постоянно идет работа, постоянно здесь приводят все в порядок, постоянно украшают, переделывают, восстанавливают. Отличное место мамам с детьми гулять. Сейчас музыки нету, тишина. Спокойствие, релакс и очень много подсветки. О, стульчики поставили. Кресла плетеные.
новогодний парк. Кто-то любит осень, кто-то любит зиму, кто-то любит весну. А я люблю лето. Летом тепло. Хоть и родился в Сибири, но люблю тепло. Всем сибирякам огромный привет. Все деревья, аллея, все полностью светится. Хочу пройтись до детской площадки. Сейчас пока отключусь и включу уже на детской площадке. Интересные деревья поставили. Это живые деревья. Да, действительно, это живые деревья. Ну, подхожу к детской площадке, и виск слышно. То ли дети играют, то ли взрослые балуются. С этой стороны, если руку приподнять, часть стадиона видно, а так вот оттеняет свет, и видно, как поднимается свет над стадионом. Да, здесь не дети, здесь больше взрослые веселятся. Ночь, темно. А вот в этой части еще ведутся строительные работы, и сам парк будет доходить до самой дороги. До улицы Восточно-Кругляковской. Что-то там еще будет тематическое такое сделано. Ну, уже это мы посмотрим после открытия. Забор как таковое убрали, оставили сетку. И видно, что там ведутся работы. Насколько он будет больше парк. Кусты, по-моему, розы сидят. Ладно, сейчас выйдем на ту аллею и посмотрим, что у нас с той стороны с подсветкой. Зима, зима, ночь, по нашим меркам мороз, минус один, даже пар идет, вот так вот. Кто-то сейчас находится в минус 40-45. Там он тоже деревья такие поставили. Будет тоже проход под мостиком, как и здесь. И вот там видно выход на дорогу. А здесь нас ждет красота. Красота в виде иллюминации. Но замотать деревья в гирлянды, это сколько надо метров гирлянд и сколько нужно произвести работ, чтобы это сделать все красиво. Деревья сидят, лист еще живой, в инее, но живой лист.
хочу дойти посмотреть. Вот там за фонариками находится, ну, не пруд, а, скажем, такой мелкий бассейн. Его, вроде как говорили, зимой будут замораживать и делать каток. О, люди салют стреляют. Вчера, конечно, у нас красивый салют был. Не поснимал. Надо было поснимать, выложить, как это было здорово. Вот деревья там тоже. Деревья формованные под квадрат. Летом листва, а зимой он все это в гирляндах. О, полиция здесь дежурит. Того количества людей нет. Вот его на улице сейчас нет. Сейчас все сидят по домам. Все закутавшись в пледы. Либо смотрят телевизор, либо сидят за столом. Вот он. Нету здесь ничего. Летом здесь вода. А сейчас здесь нет ничего. Я думал, что здесь каток будет. Может быть, он и будет. А может быть и нет. Может быть, это неверная информация. Так что будете у нас в Краснодаре, приезжайте посмотреть парк Галицкого. Это наша, скажем так, одна из наших достопримечательностей города Краснодара. Ну, на этом я быстрый обзор парка закончу. Еще раз разрешите поздравить вас с наступившим 2019 годом. Пусть этот год для каждого из вас будет самым прекрасным, самым счастливым годом из тех лет, которые вы уже прожили. И каждый последующий год будет для вас все лучше и лучше. С Новым годом! Всего вам доброго!